У гонар героя ратаўнікі павіншавалі з надыходзячым святам перамогі ветэрана вялікай айчыннай вайны і ветэрана органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях Фёдара Піліпавіча Конава. У двары яго дома супрацоўнікі Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС і выхаванцы ваенна-патрыятычнага клуба «Ратаўнік» прайшлі ўрачыстым маршам і арганізавалі міні-парад тэхнікі. Удзельніку вайны сёлета споўніцца 96 гадоў. Ён служыў у авіяцыі, а пасля звальнення ў запас 20 гадоў прысвяціў пажарнай службе. Для ветэрана праспявалі песні ваенных часоў. Віншаванні і словы ўдзячнасці ў адрас прадстаўніка пакалення пераможцаў прагучалі ад начальніка абласнога ўпраўлення МНС Сергія Мялешкіна. Все праздники, связанные с этими датами, мы его чествуем. Ну и сегодня 96 лет, он в строю, несмотря на свои раны, несмотря на всю тяжесть своего жизненного пути, он сегодня с нами, он с этими ребятами, детьми и рассказывает о тех событиях жизненных, которые ему пришлось пройти. Конечно же, действующие участники той войны, они являются вот той передачей духовности, которая сегодня дает нам тоже в сложное время рассмотреть, сплотиться для решения вопросов нашей Родины, чтобы сберечь мирное небо. Приятно, конечно, что воспоминания есть и родители, да, что вы ему уделяете внимание, пресса, и уделяют внимание остальные организации и таможни, и вот сейчас это самое МЧС, потому что он там проработал почти 20 лет в МЧС. То есть постоянно он находится на контроле у этих организаций. Начальник Витебского областного управления МНС уручил ветерану кветки, подарунки и нагрудный знак 20 годов белорусской громадской организации «Ратаўнік». Ярким завершением урочистостей стал святочный салют.